Ростов завалило снегом. Сыпет, наверное, с ночи. Сейчас у нас половина 12-го. И до сих пор идет, не переставая. На улице не холодно. С утра было минус 5, сейчас вроде бы минус 3. Вот. Так что и в Ростов пришла зима. Красота какая. Жалко, на Новый год не было такой погоды.